больше. И перед туром он занимал позицию третью. Челси играл чуть раньше. Я 11-й, Гранит Джака 34-й. И тройка впереди. 14-й Абамиянг. И в позиции... Вы знаете, у нас бы не осталось ничего, если бы мы так настраивались. У нас две последние встречи такие и были. В дерби Северного Лондона этого града голов ждут каждый раз. Между тем, атаку все-таки ближе к флангу. Но, наверное, со сваливанием в центр. Кореец Сон, 7-й номер. Чего ждем? А времени начало. Вот телевизионную картинку. Смотрел на честный защитник. Нала! Мхитариан смотрит центр. Там, пытаясь отлепиться, немножко приотстало бы. Показано. Я про Фойта рассказывать начал, но ошибся тут валиец Дэвис. Однако тот сам. И вроде бы даже дотягивался до мяча. Но Арсенал у штрафной. Мхитариан, Беллерин. Подача! Выбит мяч оттуда. Погода вполне футбольная в Лондоне, но в это время года там совсем начал в приглядочку, скажем так. Дели Алли, Лукас Торейра какого тут прессует. Лукас Торейра об этом знает. Мяч, конечно, отобрал с нарушением, но подобное нарушение в окной удар по воротам. Калашинов первый на подборе. Пяткой решил не играть, и, наверное, правильно. Минут от Лукаса Торейра. Да, пожалуй, уж удар от ворот показывает Дин, посчитав, что мяч пересек лицевую. И все три центральных, вот они стоят. 16-й, 5-й, 20-й, как тройка хоккейных нападающих. И Мустафи касается мяча. Не весь чего вытянутые вперед. О, давайте посмотрим. Это не голова Мустафи. И добиваются своего. Варова в Англии нет, поэтому Коль показал на точку. Закатывает мяч в ворота Пьер-Эмерик Абамиянг. Арсенал выходит вперед, реализуя тот игровой перевес, который у хозяев был на старте поединка. Белый вырыл бы крупным планом. Но он бы не сыграл. А пока Сон. Удар по ворота. Бросил под удар. Пробил в ближний. Реализовано тоже. Берн Ленна внимателен. И он знает, что туда будет стартовать. Вот почему я говорил про два нападающих. Не только Кейн, но и Сон. И вот это уже у ворот Арсенала. Сблизился. Калашинов. Пас низом. Пытается зацепиться за мяч. Абамиянг не удар. Ну а здесь трудно, конечно, было Абамиянгу. Что мог сделать, не был свободен в выборе, как поступить, как раскачивать соперника влево-вправо. А именно это его сильный Арсенал очень хорош в эти минуты. То ли плох Тоттенхэм. Арсенал и ведет счет. Джака. Хорош пас от Гранита Джаки. Удастся его обработать? Удается. Передача назад. И обе. Каста угол вратарской. И Эктор Беллерин туда спешит. И Торейра бьет. Ух, атаку поддержал. И едва-едва Бен Дэвис сумел этот удар сблокировать. Я только приготовился сказать, что погася от Клачика. Андерли Казет, выходящий на замену. Это очень часто гол. Дели Алли, Эриксен. И все ж чистенько опять. А если бы сейчас Эриксен... Как на пожар. Сяд Калашинос на этот пожар. Здорово. Здорово вышли из непростой ситуации. Сон уже в штрафной. Удар в дальний угол. Коротенькая на раз, два, три. Комбинация. И Сон, который на встречном продернул защитника. Отражает его уверенно. Но, по-моему, время не посчитал, какой у него этот и сам. На игроке Арсенала тоже вроде бы успели. Серж Арье. Передача вверха. Великолепная передача. И счет матча становится ничейным. Эрик Дайер. Будут шутить в Англии. Это Майк Дин подсказал ему, куда Эриксон подаст и что ему делать в этой ситуации. Передача-то была именно сюда и очень похожа на наигранную историю. А тут что? Эйн. Передача пяткой. Сон уходит в штрафную, уже на ударной позиции. Останавливает. И попал просто в ногу. Может, даже и не хотел. И снес все-таки. Ну, на суперкрупном повторе вот на этом.
Такое надо дерби. Ну-ка. Ну, впечатление, что подкатил. И пенальти теперь в ворота Арсенала. Дуплетом. Часто. И много. Два пенальти за тайм. И Арсенал, который доминировал в первые 20 минут. За одну минуту практически. Ну, хорошо, со всеми паузами, стычками и установкой мяча на центр. Может быть, получит две. Получает дуплетом два гола. Думаю, вы помните. Поехали. В подкате Рэмзи, но мяч неудачно для Арсенала. Отскакивает под левой у Кейна. Тот бы... Как дают, так и бей. Какая уж тут правая, когда за тобой стана. Пробил бы. Пришли в себя полностью, так следует понимать. Нашел Эмери слова. Но пока мяч на твоей половине. Хороша подача. Ух ты. Ну не приходилось, как в первом тайме. И рука холдинга на плече у... Тяжелый штрафной Тоттенхэм. Бен Дэвис увидел Дели Алли свободного. Тот опять получает по ногам. Ну... Как работает с мячом Дели Алли? Образие от другого уже игрока, по-моему, от Гранита Джаки. А он и идет. Сейчас, конечно, он всех обманет. Это как из старого анекдота получится. Взял билет. Но Дэвис тут делать вообще нечего. Если уж Кейн не в штрафной. Лена вытаскивает мяч из-под перекладины. Выносит Арсенал мяч, как Тоттенхэм активно начал вторую половину. Ян Фертонген. Бернт Ли. И вот Арсенал впервые переходит на чужую половину поля. Рэмзи проникающий пас, но выходит Юриса. Аликазет. Но еще играть не переиграть. Заброс, нарушение отскоки первой Джака. Мяч под левой. Аккуратный пас на Калашиноца. Передача в центр штраф. Так, на всякий случай на бокового. Смотреть на главного голова слетит с шеи. Беллерин. Тут очень неплохая передача. Абамиян. Удар поворотом. Гол! 2-2! В противоход, что ли, он Юриса поймал. Ну как они раскатили эту атаку, как прошел пас Беллерина. Здесь и Рихштайнер, вы посмотрите, человеку 200 лет позавчера исполнилось, да? Он так в Ювентусе не праздновал, отродясь мячи. Кажется, безумием бить в касание в такой ситуации. Холдинг! Удар поворотом с ленточки Дели Алли выносит. Торейро бьет! Попал, не попал. Нет вариантов других. И ведь подстроился под мяч. Высоченный отскок такой. Ох, мощь какая. Прям как ветром додул до Москвы, а. И с организацией этого. Тут уже откровенно везет Тоттенхэму, потому что никто уже, ни Дели Алли, ни Юрис. Тут с мячом эти... Джака подает. Ну, повторы тоже нам позволяют вообще. Чуть выше. Удар Сократиса. Не так сильно, как хотелось бы, наверное. Но все равно Аликазет мяч довел. Удар поворотом. И Аликазет вроде поскользнулся, а мяч в ворота заходит. И Арсенал впереди 3-2. Качели продолжаются. Очень интересно в момент удара. Мне показалось, поехала нога, и рассчитывать там не на что. И угловой флаг сломали. Свой стадион, да? Купят новый. И все-таки Арсенал опаснее, когда атакует сходу. И снова вышли вперед. Ну что сегодня Торейро творит? Он выходит опять уже к воротам на углу. Вратарский бьет. И четвертый гол в воротах Тоттенхэм Хотспур. 4-2 Арсенал. Сейчас Лукас получит, конечно, свою желтую. Трибуны покажите. Ну, ах, спасибо режиссеру, да. Это невероятное что-то. Трибуны, которые, помните, там Арсен аут и все такое.